Ось такі установки, які перепомпують нафту з глибині недів 3 кілометри у Рижському районі, з'явилися у 1964 році. Менавіто тоді тут була здобита перша промислова тонна гэтай сыравіны. У 98-му вийшли на рубеж у 100 мільйонів тонн. Сьогодні досягнута нова вышыня. Здобита 135 мільйонів тонн беларускай нафти. Назваць дакладну свідравіну, за якой здобытая юбілейная тонна нафти, нельга. Яна поступає у адзіную сетку. У Беларусьнафті реєструюць толькі агульныя аб'ёмы. Але той факт, што паказчык у 135 мільйонів досягнута менавіта сёння, сумненняў не выклікае. Увогуле, працэс асваення беларускіх нафтарадовішчаў быў зусім непростым. Ствараць інфраструктуру прыйшлося літаральна з нуля. Максімальная здабыча прыйшлася на 1975 год 7 953 тысячи тонн. Так Беларусь стала адным з буйнейшых нафтавых раёнаў Савецкага Саюза, але знаходзілася ў гэтым статусе нядоўга. Такія тэмпы адмоўным чынам паўплывалі на стан радовішчаў. Прыйшлося шукаць іншыя падыходы. Зараз упор робіцца на пошук новых запасаў вуглеродаў. Сначала открываются крупные месторождения, их легче найти. В 65-м году Речицкое, в течение 10 лет, с 65 по 75 год, открыты самые крупные месторождения. Речицкое, Осташковичское, Южная Осташковичская, Вишанская. Эти месторождения содержат порядка 60% всех извлекаемых запасов вообще нашего региона. И эти месторождения на сегодняшний момент выработаны на 75-80%. Соответственно, текущие месторождения, которые открываются, их запасы невелики по сравнению уже с действующими. Но это хорошее подспорье, если открывать по несколько месторождений и потом в дальнейшем вводить их активно в разработку. Хорошее подспорье для добычи нефти и компенсации потерь. Сегодня на смену технологиям, что лечились передовыми, еще 10 годы тому, приходят еще больше сучасные методы добычи с отповедным обсталеванием. Специалисты демонстрируют белорусско-итальянскую буровую, якая отповедает самым строгим сусветным потребованиям. Выроб такого обсталевания освоили у Гомеля. Одночасово с пошуком новых родовищев сегодня айчинные нафтовики распросовывают технологии добычи сыровины, якая лечится тяжкоздобываемой. Еще один накерунок – добыча так званой сланцевой нафты, отповедный эксперимент. Элементы пачнуцца ў наступным годзе. Усё гэта дазволіць утрымліваць здабычу на запланаваным узроўні і не дапускаць яе зніжэння. На текущий момент проводится расчёт і аналіз аб'ёма добычи следующего года. Могу сказаць одно, что он будет не менее 1 670 тысяч тонн. Соответственно, всё направлено на то, чтобы в Республике Беларусь, в дальнейшем от стабилизации перейти к увеличению объема добычи нефти. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район.